Меня зовут Федя. Федор Золотов Андрей, 96-го года рождения. В 2012 году я поступил в колледж архитектуры, строительства и предпринимательства. До этого я закончил школу. 8-9 класс я учился в школе номер 210 Корифей. Вот. И однажды наступил такой момент, когда мне пришла повестка. Это была вроде как явка на 18 марта, и тогда я уже полностью был уверен в том, что меня заберут в армию. 29 июня 2016 года, после 12 часов, я побрился на лысо. 29 июня 2016 года, в 6:45, я сяду в автобус от своего военкомата. Я еду в Егоршину. Уже через неделю я буду служить в Севастополе. Бьюти блог. И такие ушли. Пришли. Пришли.